В черном-черном городе, на черной-черной улице, проходит черная-черная пятница. А это значит, что пришло время скидок не только на твои любимые игры в Стиме, но и на скины героев в Доте 2. А на тесте дроп огромные скидки на кейсы из черной пятницы, розыгрыши каждый час, обновленное колесо бонусов, в котором можно выиграть доступ к секретному кейсу. А если вдруг тебе не выпадет годнота с первого раза в колесе, то держи мой промокод DREAMIS на плюс один прокрут. А при пополнении баланса с этим промокодом ты получишь плюс 15% к депозиту и дополнительный бесплатный кейс. Тесте дроп. Окупайся по-черному. Только торопись, апдейт скоро закончится. Здорово, ребят. Я думаю, вы сейчас будете смотреть этот гайд на Дарквиллу. Заранее приятного просмотра. Но перед гайдом, мне кажется, что в самом гайде я не идеально показал, как нужно сделать комбинацию с прокастом. Я на это потрачу одну минуту. Через минуту вы начнете смотреть ролик. Просто чтобы вы знали, для тех, для кого этот герой интересен, может быть, он все это знает и не хочет смотреть летсплей, просто посмотрите, как делать комбинацию. Для комбинации нам требуется блинк, юл, ну и по сути шестой левел, но типа чем выше левел, тем больше урона, в принципе. Вы берете, как правило, там ульту, берете все эти таланты, не столь важно, что вы берете, просто вот главное вот эти слоты. У вас есть оппонент, которого вы хотите убить. Он, ну, скажем, вот бежит. Как есть вариант начать комбинацию? Если это какой-то джиггернаут в кустах, вы можете с кустов начать с ульты, ее будет слышно, но в принципе может не среагировать. Он побежит, и вы через ешку, через кьюшку начнете атаку. В принципе, это сделать реально. Потому что длительность террорайза меньше, чем длительность срабатывания задержка. То есть, ну, вы кидаете террорайз, сразу же прыгаете, человек не успевает реагировать, и он умирает. Но это сложно сделать. Из самых простых, смотрите, у вас на Дарквиллу должна быть такая комбинация. Отдельные настройки управления для каждого героя. То есть вы берете Дарквиллу, ну, либо на каждую игру меняете. Для чего это для Дарквиллу? Смотрите, когда вы нажимаете на героя на Q, он кинет вот так, и типа вы не попадете, вам будет сложно попасть. Как попасть этими розочками? Так, чтобы всегда попадать под юл. Многие думают, да, вот как я играю на квикастах, мне что, убрать полностью квикаст, чтобы я не мог попасть? Ну, то есть, чтобы мне постоянно играть без квикастов? Нет, это так неудобно. Смотрите. На лайне, если вы, от вас кто-то убегает, вы просто спамите Q и как-то попадете, скорее всего. Ну, как-то вас там кинется. Просто спамите Q, не обязательно нажимать Alt-Q. Но если вам нужно попасть конкретно под юл, вы нажимаете Alt-Q, и у вас, то есть, получается так, смотрите. У вас будет Alt-Q быстро, обычное применение, Q это быстрое. То есть на Q вы мгновенно кидаете, не видя кружочки, а на Alt-Q вы видите конкретные кружочки, как попасть. И начинаем с комбинации про юл. Смотрите, видите противника, который фармит линию, например, у вас блинк юл. Что вы делаете? Сдали кидаете ешку, после этого сразу же нажимаем, ну, то есть блинк, ешка и примерно через полсекунды юл. То есть... Блинк, ешка, и через полсекунды чуть больше юл. И после этого вы прицеливаетесь вот так заранее кружочком, то есть аккуратненько прицеливаетесь. То есть пока чел в юле, вы прицеливаетесь любым из кружочков. То есть вот любым из этих кружочков. Потому что если это какой-то эмбер, он не сможет нажать фисты, он не сможет нажать полет, он идеально приземлится в эту штучку. И пока он стоит в кустиках, сработает стан. Давайте я покажу все, как бы я сделал в реальной игре. Вижу, противник бежит в эту сторону, на варде. Блинкуюсь, нажимаю ешку, поднимаю. После этого нажимаю так, прожимаю W, и во время W нажимаю ульт. Чел не выходит отсюда, пока он стоит в стане, у меня прокает ульт. То есть, по сути, за это время, пока мы его убили, мы снесли чуть ли не 2000 хп на 15 левеле. Остерегайтесь бладмейлов, остерегайтесь пайпов, потому что в пайпах будет меньше дэмэджа, остерегайтесь юлов, под юл старайтесь нажимать способность. То есть, под юл вы как нажимаете комбинацию? Вы нажимаете E, юл, нажимаете Q, чел нажимает на себя юл, и вы после, вот, после его юла, сейчас покажу, вы пытаетесь затаймить, вот он нажимает юл, и вы пытаетесь затаймить, чтобы он идеально отбежал. И в идеале сделать так, чтобы он бежал по розочкам. То есть герой довольно-таки простой, нужно просто сделать для него настройки через Alt-Q, Q, научиться таймить, то есть E, Q, вот это идеальный тайминг, еще приземлиться. И вот он чуть-чуть время пройдет. Потому что если вы зафакапитесь и сделаете, например, вот так вот, то есть шанс того, что чел приземлится и вообще в принципе не застанется. Я сейчас хорошо, кстати, сделал, но... Вот, то есть если вы примерно ошибетесь с таймингом, то чел приземлится без стана, это важно помнить. Ладно, приятного просмотра, сори за долгое вступление, но я не мог без этого начать. Пишите в комментах, кого хотите завтра увидеть, у меня еще нет на завтра видоса, поэтому я сейчас буду записывать, либо сегодня, либо завтра записывать, потому что ну, я хочу посмотреть, чего вы больше хотите, потому что, как вы можете заметить, героев в Доте сейчас довольно-таки много.
у меня не записанных осталось. Гайды на каждого героя, как я уже говорил, уже есть в доте, практически на каждого. То есть на любого героя заходите, ищите руководство в нужные вам, и, ну, я обязательно буду обновлять и делать т.д. На вилку руководство уже есть, оно уже будет оформлено, когда вы будете смотреть ролик, поэтому все будет круто. Поэтому давайте, ребят, удачки. А еще, кстати, скорее всего, через денек-другой я буду калибровать аккаунт, скорее всего, на запись, и посмотрим, сколько я сделаю с 8000. Ладно, в любом случае, удачи, ребят, увидимся завтра в 19:00. Здорово, ребят, добрый вечер. У меня сегодня как раз утро. Наконец-то я начал день нормально, пробежался, хорошо позавтракал, выпил чаю, проснулся, помялся, оделся, причесался и сел за комп. Лицо у меня, к сожалению, немножко сухое после бритья, но не обращайте на это внимания, тут нужно обратить внимание на игру. Я думаю, многие следят за таким проигроком, как Крид, думаю, многие знают, как он играет, знают его пул в виде его невероятного героя Эш-Спирита, на котором он прям монстр, и все, думаю, видели его феечку 25 левела, на которой он играет. Неимоверно мощный герой, на котором он унижает, и я, основываясь на его видосах, точнее не на видосах, на его игре, основываясь на том, как он играет, какие он моменты использует, про некоторые фишечки, расскажу вам про Дарквиллу. Сборище, как и всегда, будет в доте, я сейчас будущий аккаунт, на этом аккаунте я нажал поиск по всем ролям, нашел четверку, но это хорошая возможность записать четверку Дарквиллу, потому что четверка Дарквиллу тот герой, который, по сути, в соло может выигрывать игры на саппорте, вот реально... Солямба. Вот есть четверки, типа, знаете, вот ты открываешь героев, такой смотришь, вот какие существуют четверки? Типа, Лина, да? Вот можно на Лине выиграть в соло? Я думаю, сейчас кто-то скажет, ну да, там можно, догоним МКБ купить, но нет, типа, очень сложно. Можно на Тейкисе там каком-то условно выиграть соло, на Скаймаге очень сложно, но вот Вилка один из тех героев, который и физухой может... И магии может, и в сумме вот и там хорош, и тут хорош. В общем, очень мощный герой, я думаю, он обязательно понравится. Сборочка всегда в описании. Когда вы будете смотреть видос, сборочка будет уже полностью готова, и там будет все написано, что, зачем, почему, когда. Ну и про все основные такие микромоменты, механики я расскажу конкретно сейчас в этом видео. Поэтому... Так, надо убрать, сейчас отключусь. Я случайно говорил с голос команды, такой кринж. Так, вроде настройщик поменял, там по-любому на монтаже это все вырезалось. У меня просто на этом аккаунте не было игр около недели, наверное. Я отдыхал плюс-минус, руку лечил, ну, плюс там поиграл в другие калибровочки. Поэтому сейчас мы играем уже на бусте. Ну, в любом случае, будет по кайфу. Поехали. Фпсики нормальные, все хорошо, у меня чел отключился. Стартовый закуп практически никогда не изменный, изредка против спамеров героев берется стик. Это, скажем, знаете, против каких-то там линия Мартретка, может быть Кэрри, Бристлбэк, может быть Кэрри, или может быть какой-то саппорт, который спамит нюки регулярно, поэтому я все-таки вам рекомендую попробовать вот эту сборочку. Паузу не могу поставить, но в любом случае, закупился ли СК, закупился. Сверх денег вы покупаете себе нулик, потому что это манереген, это тычка повышенная, и в принципе тычка 55 плюс 2 на Дарквиллу это жесть. А, на Экс еще отключался без меня. Синшалавы, все что за токсики. Жесть какая-то, ну ладно. На первом левеле 99,9% случаев вы качаете Q, но не торопитесь. Почему не торопитесь? Зашел уже. Почему не торопитесь, ребят? Потому что иногда может пригодиться, чтобы спасти Shadow Realm, очень редко, но я рекомендую все-таки брать Bramble Maze. Иногда для ФБ может есть курс от Crown. Но самый лучший вариант это брать первый скилл, 99%, 98%. 1% на Shadow Realm, 1% на курс от Crown. А на первый день покупаем себе нулик. Транквилы, стики. Это вот самый дефолтный закуп, самый хороший, самый сильный на ранней стадии. В чем его особенность? Тангусиков хватит, чтобы перегениться на лайне. Тычка у вас здоровая, 55 плюс 2. Кстати, веточку не торопитесь кушать. Даже если по пол хп пройдут, ну, пробьют, потому что я проходил это. Веточка... Так, мне нужно поставить остановить. Остановить текущее действие всех прочих юнитов. Все. Не торопитесь ни в коем случае. Съедать веточку. Это плюс один ко всем статам, это может зарешать. Два колечка, пробить ее будет относительно сложно, но в принципе под первый скилл можно. Ребят, первый скилл. На Q вы кидаете быстро, вот. На Alt Q вы кидаете через точечные. На руне проще кинуть через Alt Q, вот так вот, чтобы заблочить им проход и чтобы, ну, видеть, как они пойдут. Можешь сам побить под первым. Я нашу заберу, попробую. Вот, с бабками подеремся. Тычка у нас хорошая. Бабку, конечно, тяжело перетычковать. А, он печеньку прокачал на первом, кайф. Линия наша. Надо умную атаку отключить. Умная атака. Не рекомендую эту настройку. Ну, в любом случае. Бабка прокачала печеньку на первом ради руны. Это провал для нее на лайне, и будет очень сложно, поэтому я рад. На лайне мы стараемся делать акцент в хитовании саппорта слэш кэрри. То есть постоянно хитуем пул вот этого спота. Ну и, понятно, убийство. Потому что вилка это тот герой, который легко убивает. Это вилка, герой, который легко тычкует, потому что, ну, тычка у нее здоровая. То есть, смотри, бэм.
Такая, здоровая, да, тычка, ребят? Хорошая. Помогаем добивать дальников. Помогаем донать дальников. Сори. Пассивочку нужно было качать на первом. Ну ладно. Стараемся блочить этот спот регулярно, потому что блок этого спота позволит не дать противнику запулить, тем самым вы выиграете линию. Он бежит блочить наш спот, я бегу блочить его спот. Мы стараемся делать акцент все-таки на блок этого спота. А, он не наш спот бежал блочить, непонятно. Но в любом случае мы этот спот обязательно должны блочить, так как если противник будет его пулить, мы будем просаживаться по экспе. Экспа санкингу важна, и это вот ну, такой момент, который помогает нам ее получать. На слабых линиях, если против вас сильный саппорт, там, скажем, саппорт Бейн и Кэрри Тролль, рекомендую вам стараться играть на пуш-линии. То есть вы всегда пушите лайн и пулите вот этот спот. На сильной линии вы стараетесь сделать акцент в денай и не давание пулить противнику. Было бы охуенно, если бы ты помогал РНЖ добивать. Под станчик я могу нажать кнопочку. Но он станчик не жмет. Второй. Пока мы не хотим кидать первый скилл. Пачка огромная идет, надо снова не дать парню вот тут изнуть свои обилки. Ну, точнее, не изнуть, а не дать застакать и в целом не дать там ничего сделать. Но, к сожалению, не получится. Сами видите, что он не пропустит меня, он второй левел, я первый. Но из плюсов у нас большая пачка, мы пусть нее не получили, но мы сейчас получим, а спектра потеряет всех крипов. Мы, к сожалению, тоже можем дать противнику запулить, это будет плохо. Так, надо дать тычку. Даже если умру, я не дал запулить, это важнее в тысячу раз. Дай стан по двоим, бро, дай стан по двоим. Я мог прокачать выжить. Ну, он что-то решил пофармить вместо стана, ну ладно, бывает. Я не дал запулить, ради того, что получил фулл экспу, а он решил не станет. Ну, бывает. Для меня в любом случае все хорошо. Точнее, для него, потому что он сейчас получает третий левел. С третьим левелом он уже берет стан в двоечку. Сивку в двоечку. Отвратительно. Бывает. Ладно, начну с... Я не взял Сапокова. Ну да ладно. Блять. А тычковаться дальше продолжать, потому что герой мой невероятно быструю атаку имеет. Так а зачем ты его? Я наоборот думаю, ты замахиваешь удар. Постанчик же в крипа, бро, ну мы же убьем его. Не стесняйся ману тратить, у тебя Сэмка в команде. Я в тюрьме. Ну, нажми стан. Да, ну пробить его, посмотрите, сколько хп потерял за твой стан. А если бы ты еще тычковал бы, я убил бы его сейчас. Какой он бот? Нормально. Тычковый, подкрепаем, и не захочешь с нами драться. Придется ветку съесть. Вот, казалось бы, слишком сильный герой, слишком хорошая линия. Парень не жмет кнопки почему-то, отказывается. Не подставляемся, пока не ТСК. Спуск донайт получаем. Какой бот? Ну, бывает. Не всегда нам играть с лучшими саппортами, правильно? О, сильно сказано. С лучшими оффлейнерами. Да, приходится и с такими играть. Вот сейчас стан бабку нажать, и бабка умирает. Крипа тычку и стан. Ну, если попал бы стан по челу, было бы получше. Ну ладно. Так вот. А был бы стан в двоечку, сейчас бы был бикилл. Не знаю, что он такую раскачку решил выбрать, ну ладно. Как говорится, оффлейнеру видней. Я не оффлейнер. Иди в лес. Против Вайпера так стояли, тут куча. Стоит. Стан не жмется. Но, блядь, чел, пиздец, честно. Чё-то не так я делаю, ебать. Вот две ветки купил. О, я убил его. Вот сделал. Типа, бард поставил, бард сбил, блядь. Джей контролю, блядь, что Найс, nice. Хороший килл. Такой соло килл просто Пойдем делаешь. Его. Надо пробовать сбить фласку, но это сложно будет. Пидорас получается. Сильно сказано. Атакаем спот, после сделаем отвод. Блин, вот даже с таким оффлейнером, даже с таким ботиком, все равно получается делать скиллы. Хоть я и в соло его сделал абсолютно, но даже с ним получается. Вот это слово, о чем, ну, какой мощный герой. Понятно, что мне сложно играть, потому что парень, в принципе, не жмет кнопки, у него раскачка без второго скилла и с макшеном Костик Финалом, который он не реализует. Потому что как реализовать Костик Финал? Есть ботл? Нету ботла. Как реализовать Костик Финал? Ты должен давать тычку по крипам и давать стан в крипов, ну, и слэш героя, чтобы герой получал дэмэдж. Но когда ты просто тычкуешь крипа и думаешь, что так будет работать, ну, да хуй-то. Без сапога, без сапога. Ладно. Нет смысла в соло с ним драться.
сделаем. Мы сложно будет пройти. Хорош. Я не того героя, наверное, ударил. Того. Вот если бы он так раньше ресурсы бы разменивал, было прекрасно. Почаще. Если бы он... Брат, сначала ты нажимаешь стан, потом я кидаю первый. Я по твой первый всегда попаду станом. Вот, потому что, ну, мне просто подать сложно. Вам в идеале иметь чейн стан с вами на лайн. В нашем случае, это он должен начинать, а не я. То, что я начинаю, только потому, что он боится. Я попал, кстати, вот этой. Найс, хороший килл. Я сапог еще приехал, поэтому точно выживаем, пачку пропускает. Отлично. За мной побежишь, серьезно? Больной. Или так? Вот я сделаю сейчас. Опять же, все смерти Сен-Кинга связаны только с тем, что он ошибается на лайне. Потому что он, в принципе, мог тут не умирать. Он мог быть на полном фрифарме, а он решил умереть. Мы не идеальны, правильно? Солнце станет? Бать, он это все собрал. Не буду бить, я просто бегу. Минус хаунд. Хаунд КД. Эх, а сейчас бы песочек сюда! Песочек бы сюда, бля! Какой бы кайф был бы! Какая душная игра. 4300 тут или сколько? 4400 рейтинга? Сейчас мана перегенится, можно будет джахнуть их. Песочек не взял, стан в тройку взял. Ну ладно, стан в тройку тоже норм. Тычку по крипу не сделал парень. Но решил не бегать, решил напасть. Парню плохо. Не могу тычку сделать. Надо скрипами держать, чтобы дисперсия не работала. Хороший билд. Надо тычковать его продолжать, потому что, ну, мне это ничего не стоит, он меня не убьет одним кинжалом. Сам на базу схожу, перегенюсь. Еще в идеале на 4-й минуте выходить руну контролить, у вас мидер требует руну, но в нашем случае это не так работает. В нашем случае мы... Затемка взяла. В нашем случае мы должны делать акцент на ёбку лайна на топе, потому что спектра должна сосать на лайне. Если она не сосет, это не наш косяк, это косяк нашего оффлейна. Потому что оффлейне в соло может или не выиграть. Но так получается, что я вынужден на своем горбу ее тащить. Ничего, я говорю, главное не тильтовать, бывает всегда, ну, моменты, когда ты такой думаешь, блин, ну вот за что мне это, вот вроде все хорошо, вроде я правильно многие вещи делаю, вроде не получается. Был бы у меня 6-й, я бы убивал его, но, к сожалению, у меня 6-го нет. Ладно, потычкуем ее просто, получим экспу тут, пока парня нет, 6-й можно получить. Ну, он сами на вашего номера, опять же, потому что я в этот момент ходил и хилился. Хотя, какая разница, кому кто виноват, если в конечном итоге он все равно умер, правильно? Что я виноват, что он виноват, что это меняет? Ничего это не меняет. Нужно продолжать жить, даже двигаться. Короче, 6-й? Есть 6-й. Надеюсь, ульт прокачал? Не прокачал. Вниз ган какой. Мы хотим спектру задушить, но... Спикеров только одного, игру будет один. Третий раз я не могу убить Магнуса, просто потому что не помогу. Так вот. Вот такой соло-килл делается благодаря ульте. Ранняя ульта позволяет делать такие соло-киллы. А могу ли убить миди-инвокера? Он без сапога. Пиздаст, но никак. Но у меня сейчас ульта будет и новая, и можно будет еще раз спектру убить. Все, сейчас с ультой начинается самая кайфовая игра. Вы рашите обычно стики, вот так вот, стики плюс рейндропчик. Стики у нас есть, поэтому только рейндропчик. В чем особенность вилки? Вы покупаете блинкюл, вы кор. То есть вы натуральный кор, который может делать соло-киллы. Будьте внимательны, потому что есть персонажи, которых убить так будет очень сложно. Скажем, Джаггернаута, Лайфстиллера, который имеет встроенный резист. Надо еще раз ебнуть. У меня хороший левел. Так вот, делаем. То есть просто соло-килл приятный, с хорошим левелом, это хорошо чувствуется. Ребята, игра хорошая, максим второй скилл. Игра плохая, вот в этот момент, максим первый скилл. Но у меня хорошая, я начинаю максить второй, потому что второй это основной дэмэдж. Это там невероятно больнючая тычка будет. 10 секунд ульты, я сейчас стоп подойду. Все окей. Похилься немножко и нападем. Да-да-да, не торопись. Пачка большая еще. Но в принципе она хуево стоит.
Вот. Бля, ошибка. А, ну что, бывает. Я не ожидал, что Магнус будет рядом спот фармить. Это Магнус Митовый или... Магнус... Это Магнус Мит, Вайпер Оффлейн. И при этом Магнус Митов пока стоит в спектрой. Ну, наверное, это мой косяк, да, это мой косяк. Что я, в принципе, заколил этот килл. Берем книжку, потому что левел нашим героям имба. 10 левел имба, 12 левел имба, 15 левел имба, 20 левел имба, 25 левел имба. Я сейчас бот выйду с тпшки. Цемка, может вдвоем его ебнуть. Даже с худом он все равно сдохнет. Да похуй. Бля. Там дерево было сломано, из-за этого он сейчас, в принципе, может выжить. Мне маны на ульту не хватает, к сожалению. Главное не бить и бегать по своим же розочкам. Так, вот сделаем. Нет, даст. Обидно. Ну, типа, мне на ульту не хватило, это прям мой косяк целиком полностью. Пробуем куру убить. Есть шанс, что получится. Нажал, чтобы дальности хватило. Мана, ты шо, пиздец. Да, мана не хватает. Не знаю, мне, наверное, стоит манго таскать с базы вот эти. Возьми это сану трогать. Да. Бля, ну... Куда мной инвокер? Она даст купить манго. Не-не, 2 секунды, 1 секунда. Ну, видели, вы сами видели это просто жесть. 1 микросекунда, 1 миллиардная секунда, чтобы я нажал и выжил. Обидно. Такие моменты прям душат. Ну, ладно, хотя бы хаунт только на меня потратили, у нас полный фрифарм морф. Надо сейчас будет выйти куда-то, потому что вы с таким левелом убиваете. Вы берете книжку, у вас на линии должен быть хороший левел, потому что, как правило, у вас хорошая линия. Подвезет? Ебать, хорош. Его назад. Хорош. 3 секунды ТП нажму. Да-да-да, я вижу. Вот нажал. Не сдохнет только, пока я лечу, бро. У меня 5 секунд еще. А он бежит? Он видит меня? Да-да-да, ударь его. Найс. Даст есть. А, тут 3 героя, бро, дай мне. Если что, я напугаю их. Отлично. Важно помнить, что вилка, помимо хорошего инициатора и ганкера, является еще отличным контр-инициатором. Если на вас нападают, вы можете бить. Можем бить? Магнус далеко. Но если он подставится в следующий раз, так, то можно. Вам не обязательно много фармить, но если игра позволяет, то можно подфармить. Так, они сюда идут, РП у них есть. Так вот, мы примерно выиграли только что драку. Двое героев напугали, одного убили. У меня нет ресурсов, чуть назад. У тебя ульты нет в цемке? Бля. А, минус ульта бабки из плюсов. Не, ну отлично, типа отлично, сморф на полном фри. С Блейдом морфа будем под него играть. Типа в целом все отлично. Неприятно, конечно, что нас Санкинг пока фармит в топе. И фармит Evil. Не-не, мы точно дефаем, у них нет ни одной кнопки. Нет РП, нет ульты бабки. Железно дефаем, парни. Че, может ТП не спасибо? Я уже нажал, парни, надо дефать, мы не можем эту башню давать. У меня когда ТП. Ну, в целом неплохо, если он всех убьет. Танчик будет, успеет. Хорош, молочага. Бро, не стесняйся нам помогать, даже до Блейда. Просто... Ну, либо хотя бы шмотку выложено. Ты все на себя забираешь, и типа... Сложно так играть. Не знаю, что говорит. Просто сейчас не 2001 год, когда можно в соло выиграть игру. Нужно помогать защищать важные башни, которые рано идут кушать.
но ведь я иду вперед, и Sky идет вперед, и Lifestealer идет вперед. Ну, может, я просто не понимаю, что забей. Мне просто казалось, что можно было. Ну ладно, забей. Бывает. Не буду говорить, что кто-то не прав, потому что мало ли я что-то реально не понимаю. Вайпер, у меня есть шанс соло убить, хоть он и жирный, с гастом, но если он подставится, есть шанс. Ну, заметишь, бро? Тут вард, скорее всего, поставили. Может, только сентрю, но, скорее всего, и опс еще. Сэмка включается. Нормально. Так, у меня 60-й будет. На 10-м возьмем талант на дальность. Очень хороший. Дальность, в принципе, хороша нашим героям. Так и вардик помогает ставить. И помогает способности. Скорее всего, вот сюда. Какого черта они на меня нападают вообще, блядь, вдвоем? Да, ты ж не достанешь до меня, брат, ты чего? Плохой ел. Ударь, ударь его, бро! О, нормально, молодец, Сэм. Я иду, мы сейчас убьем, ребята, не уходите. Ну, скорее уже мертв, к сожалению. Дожил тычку. Если бы он пришел на секунд 40 пораньше, то было бы приятно. А так у нас Кэрри умер, грустно. Ну ладно, в любом случае, у меня все хорошо. Килы делаются. В бот нажала. Мог нажать стан в, просто в воздух, юл. Я бы на том месте, кстати, манту не брал бы на мат. Почему? Почему? Там урна будет. Все сатаник ближе. Там реально же урна, которую в идеале снять. Что-то идти. Ради одной урны, это хуйня. Не смог ударить. Нормально, так умрет. Даст, если что будет. Я дойду, дойду. Давай. Отлично. Важно иметь даст на сапике. Талончик. А у нас где-то... Да, талончик надо взять. У меня игра багает, мне не показывает справа даже. Ничего страшного. Я хочу добить таур. Да, надо. Не, надо чуть подкачаться, типа, подстакать лес союзником, потому что я, ну, я бегаю всю игру в ПК-режиме. У меня в 15 киллах из 22 участия за 18 минут. Я бы на самом деле вот это лучше взял. Ну, ладно, да, я возьму ее. Сэмка, лучше ты возьмешь хард, я... На деньги возмахуем. Вот. Сейчас будем под руны играть. Смоки не стесняемся покупать на четверке. Не стесняемся линии отпушивать, если вдруг союзники это не делают. Это очень важный момент. Потому что отпушивая линии, вы создаете пространство. Вы получаете свой левел. Для этого можно и способности юзать, как я только что сделал. С моим юлом легко будет. О, Рошана соло. С дэшкой. У нас варды хорошие. Ребята, идите поделите, покажите мне всех. Я у тебя сейвую через ульту. Они что-то встакнут еще. Бать дэмэдж, конечно, у Морфеуса. Если что, дальность ульты огроменная. Блять, я мискликнул, господи. Мне так страшно стало на секунду, что я мискликнул, как будто РП нажал. Хотя там КД всего 30 секунд. Вот, смотрите, дальность, видите? Такой дальности можно напугать своих оппонентов. Вот 12 левел получился. С 12 левелом вы уже начинаете соло убивать коров. То есть я могу сейчас соло убить, по сути. Ну, ладно, спектру убить не могу, у нее бладмейл. Боти драка. Не бежит, к сожалению, там РП вытратили. Там нет РП, нет хаунта. Как появляется, пойдем вместе. Нажму ульту, пока нет лавстилера, чтобы подпушить. Юлка мне тоже едет, то есть в сумме у нас все охеренно. Мне просто все у него нажали, сейчас мы пойдем в них просто. Зачем блинк? Чтобы находить саппортов, как про... Не умирает там. Чтобы находить саппортов. Купил блинк, блинканул саппорта, нажал юл. Ребят, комбинация. Показываю на крипе. Нажимаете Ешку, поднимаете его в так вот, и через Q нажимаете Q-шку. Чел приземляется в руты, вы подходите в упор, нажимаете W и D.
И чел становится в стане и косается. Нажал ТП в бот. Мне очень больно. Я без ульты вайпер задоджил. Ой, как хорошо. Меня потратил ульту вайпера. Я просрел ее нажать слишком рано манту. Я напугал его, ее команду. Не могу там ударить. Добежать. Даст у меня, к сожалению, нету пока что. Надо купить. А, нормально. Мы задефали, по сути, не потеряв никого. Не потеряв даже Аегис. Я потратил только террорайз, сами видели, да? Террорайзом напугал одних, напал на другого, зафорсил нажать на меня Bloodmail манту, зафорсил нажать вайпера в ульту в меня. В итоге властелер бил, мор вбил. И в итоге мы все кайфуем. Самый натуральный кор. Нажму смог. Хочу вот сюда выйти, кто-то сейчас тут фармить будет. О, так тоже можно. Я поймаю, я поймаю. Бля. Я поднял. Найс. Заслужил килл. А я не резким был. Рона в топе. Т2, ты можешь? Да-да-да, надо Т2, они разделились. Нету этого ульты и у спектры. Я засетаплю сейчас килл, если они останутся за башней. Могу ли подойти ко мне на секунду? Ты не подойди, я вам брат. Того ударил, но не страшно. Чуть-чуть дэмэдж спрячу, чтобы не... чтобы дэмэдж не получать. Меня хочет нажать в руну full snap. Ну, это дефолтный прокаст инвокера. У меня сегодня транквил, мне насрать. Да. Таймингом я проебался, не записал Рошана. У нас есть у кого-то? Рошана я записал, 19.51. 24.51. Как раз перед рунами. Через 40 секунд работает Эгис. Не, через минуту 40. Ну, пока, ты 8-7 минут. Вот мы так аккуратненько доходим до блинка, берем таланты хорошие. С талантом дэмэдж мы еще сильнее, с талантом на дальность мы еще сильнее. Сетапим киллы, поднимаем вьюлы. Аулы, правильно. У него блинк на Магнусе, но в принципе я могу засетапить. Главное не в спектру нападать. Они за мной охотятся. Бать, им вообще насрать, видимо. Они просто за мной. Бля, они все за мной бегают. Жесть, они просто все за мной бегают. И вайпер соло, этот соло дерется на Магнусе. Help! Ну, у меня все нажали, ну вы видели, они нажали, блин, они просто бегали за мной АФК, вообще, они ничего не... Ой, да, ну, хотя... Бля, не веришь, мы драку так проиграем, когда меня все нажали, ну это пизда. Ульта есть на СК. У него блинк сбивает, у него блинк сбивает. Хорош. Ебать. Ой, хорош. Ладно, нормально, я сейчас блинк допарвлю. Ну, там момент, что за мной тут бегают три героя, и моя команда дерется с Магнусом слэш вайпером, да, вроде они дрались. Противники вроде вовеки не жали, никто вовеки не жал, но я спейса много создаю. Пофармлю топ, аккуратненько, дофармлю блинк. Я в топе блинк хочу дофармить, буду в сапов прыгать, в инвокера. Вот. По сути, вы в соло убиваете как коров, так и саппортов, но лучше брать приоритет саппортов, потому что их убить проще и приятнее. То есть за сапика вы получите там копеечку свою стопроцентную, союзник не будет лишний раз него время тратить, важный мид даст против инвокера, и вот так вот бегаете и убиваете. Важно научиться попадать с первым скиллом. Как вот так вот быстро, так и вот так вот под юл. То есть как под юл подать? Кинул, и под юл вот так вот целишься, пэм, и он идеально приземлится в эту штуку. Вот. Рекомендую учиться этому. Это несложно, ребят, говорю, я научился буквально там за 10 игр практики. Страшно там вот оставаться. Чуть отойду. Сейчас мы пойдем дальше, поищем килли.
Может быть, какой-то инвокер будет. В лес отбить аванпост, поставить вожды и убнуть кого. Я в топе сапа ищу. По-любому какой-то сапик выйдет на линию. Может даже спектра. Правда, спектру бы сложно поймать, у него манта, но и там есть микрошанс. Бабка. Так. Я хорошо сделал, видите, я застакал, чтобы он как можно больше в стане стоял. Ребят, они типа очень плохо кнопки жмут, надо убивать их за это. Они все нажали в СК, нужно убивать их. Вот, убиваем одного. Ой, я не убью. Бля, чего-то нам не хватает. Они так плохо нажали кнопки, они все потратили в СК. Ебать, кстати, он прикольно превратился. Нет РП. Бля, Василий что-то убьет. Хорош, хорош. Это уже хорошо. Маны, правда, не хватит. Плохой вейв, надо было сюда нажимать, мне кажется. Нет, ВВК нет. Хорош, хорош, жить! Жить! Ну, можно было перекачку фул в ловкость нажать. Ебать. Вовремя мангусы приехали. Вейл можно сделать на вилл. Не, я не смогу его в драке нажать, к сожалению. У меня вот так вот. Дорого, но сердито. Куда инвокеров так ебно. Пытался вайпера в драке убить, мой косяк, он супер жирный, у него талант на коротив скин. Ребят, смотрите, как делают соло киллы на вилке, ребят, смотрите. Сейчас, смотрите. Прыгайте, нажимайте E, X, после этого вот так вот прокаст, дастик. И нажимаете в него прокаст вот такой. То есть, ну, вроде выглядит довольно-таки кайфово. Если медленно... О, ебать, что это? Хороший соло килл. То есть, если медленно, смотрите. Блинкуюсь, нажимаю Е. Почти, не сразу же, а почти сразу же нажимаю Юл. Чил летает в Юле. Пока он летает в Юле. Да закрой ты рот, чувак, я гайд записываю, блядь. Пока чил летает в Юле, под Юлу кидаем вот так вот, вот, чтобы вот под кружочек. После этого нажимаем W и D-шечку. И в W-D-шечке идем чила воняем. Кайфово. То есть вот так вот играем. Максимально в демедж. Такие соло-киллы очень много дают. Гоним, смотри, не подлети. Бегу к вам с бота. Я плохо нажал. Я спрятался. Риковые там. В лесу, которые. Я рядом. Вообще неудобно. Я в вайпер буду превращаться. Я выжил. За нами спектра бегает. Нормально. Ну, видите, пока за нами бегает саппорт, за нами бегает керри, наши все убивают. То есть, спейс этот очень много стоит. Не могу нажимать кнопки. Нет, ошибка. Так, мы видите, мы максимально выиграем время, даже без дэмэджа можно выиграть драку. Пока спектра что-то бегает, ищет кого-то. Он спектра всю драку с СМ-кой бегала. И за мной. Гений получается. И трасса дракуса. Ребят. Ой, я что-то мискликнул. Вообще вот пост сначала. Случайно потратил, да? Я рошу заберу. Самка молодец, хорошо играет. И манго все взял. В теории бабка может захотеть захватить, и мы ее убьем на этом. Давай, Бабислав. Бабич. Вайпер в топе есть. Ой, плюсик убил? Что? Что-то потупился. Мне кажется, вард может быть. Куда он кидал точку? Смока какого-то? Или просто из-за леса тут? Погнали, топ, бот, любой лайн. Зафармли этот спот. Блять. Опа, ошибочка. Дрэнк. Причем я нажал бринкаут, и шмотка появилась после этого вроде. По себе, это имба. Намного сильнее, чем твой вот этот. Фарифайр очень небалансная хуйня. Много дэмэджа. На ластелере можешь взять, очень много дает. Не, она больше дает. На каждую тычку 40 дэмэджа, 100%. Это охуеть, как много 40 дэмэджа. Ну смотри, 40% минус армор. Там 225. Полно каждые 5 секунд.
Просто бью. А, там пайп. Думал, фес. Реал? Мана есть, нормально. Не реал. Ой, какой я дал. Да помогать ему. Гудрац. Там РП есть вроде. Не попал. Не потратил. Блин, сбили, к сожалению. Пошу. Над себя бил, мне больно очень. Который вперед просто кидаем, чтобы было сложнее уходить. Резко стремся. Достанется. Где? Хороший стан. Где, где, где? Следующий? Ебать, я застал ее. Okay. Ебать, красота. Ну, хорошо сыграл на матре, молодец. Ну, я тоже не шел. Надеюсь, вам понравился такой геймплей. Ну, конечно, оговорочек, но герой сложный, реально. Герой сложный, на нем нужно учиться играть, и я себя еще не настолько комфортно на нем чувствую. Хоть у меня и получается играть, не настолько комфортно. Много микроошибок совершаю, там, с ударами, со станами. Но в целом в драке всю функцию выполняю. Такого полудэмэдж-дилера. Ну, как можно заметить, кайфовая, легкая игруля. Бесшансовая. Что, играть еще буду? Жесть, пошел месси. Вот такие сетапы киллы очень приятные. Сами можно заметить, как легко делать киллы, когда начинаешь драку с блинка Юла и Ешки. Блинки и Юл. Удачи, Некс, ребят. А что такое? Убить его. Убить его. Не бьется, блядь. Понял. Имба этот фонтан. Понял, стату использовался. Еще трон не сломается, ребят. Добил, добил. В общем, красивая игра, надеюсь, вам понравилось. Посмотрим на мой дэмэдж на саппорте, который нанес. 15-0 был чел. Ну, хорошо отыграл, хоть там не пришел пару раз в драку. В принципе, хорошо отыграл. Посмотрим на дэмэдж, который нанес в драке. На ММР тут был 4200. То есть, как можно заметить, легко играть на ней. Так, посмотрим на дэмэдж, который был нанесен в драке. Давай, давай, ну это аниме вот это вечное. Хайден пул у парня. Посмотрим на дэмэдж. 22 тысячи дэмэджа на саппорте. Больше, чем Ластеллер, больше, чем Санкинг, больше, чем Сэмка. Идеальный саппорт. Получал дэмэдж, выигрывал время. Мог выиграть линию, если бы на Санкинге парень играл с пальцами, а не с кистями. Но у всех бывают неудачные игры, я его не осуждаю. Да, насчет мышки, кстати. Играю сейчас с новой мышкой, которую мне прислали ребята из Ластеллера. Думаю, вам обязательно понравится. Если вы ее закажете, по моей ссылке в описании. Рекомендую пробовать. Лично мне мышка нравится, кайфовая. Не чувствую разницы между Rival 100. У меня сейчас Rival 3, а там была Rival 100. И типа это такая же, только клики чуть приятнее боковых кнопок. И если из более приятного, это вот подсветочка такая. Как бордюрная, кайфовая. Вот. Ладно, давайте, ребят, увидимся завтра в 19:00. Пока.